Илон, в очередной раз обращаемся к тебе. Ты слышишь нас? Забирай все свои спутники с Украины и давай сюда. И давай. И мы за это тебе, Владимир Владимирович, предоставит убежище политическое. И ты тогда не пожалеешь. Вот так. Ты понял нас, Илон? Мы тебе много предлагали там и по космосу. Мы тебя ждем в России. Смотри. А то тебе говорят, что ты там много денег берешь от этой всей связи и все остальное. Мы ничего знать не хотим. Просто их убери оттуда, с Украины. Иначе мы их уничтожим. Тебе лучше будет? О, нет, конечно. Давай. И политическое убежище у тебя будет в России. Ты не пожалеешь с нами. Илон, вот ты немножко подумай. Если твои спутники разбомбят что-то, то ты потеряешь больше, чем вложил. Ни в коем случае. У тебя репутация упадет ниже некуда. И поэтому ты, по совету нашему, должен убрать все это. Убрать, и тогда мы, конечно, будем на стороне, на твоей. И попросим Путина, как бы, чтобы он, если ты будешь согласен, приехать в Россию и получить политическое убежище. А мы только за. Без распростертыми руками мы тебя здесь встретим. Ты наш человек, если нас послушаешь. Илон, ты вот грамотный взрослый человек, почитал историю, узнал, что Крым испокон веку принадлежал России, сколько Россия крови за него пролила. Ты вчера купил Твиттер, но имей в виду, у вас там в Америке назревает гражданская война, и тебе скоро будет очень-очень жарко. Приезжай в Россию, мы тебя примем. Только убери спутники свои, пока мы их не раздолбали. Илон, забирай свои спутники с Украины. Забирай! 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 Забирай.